выставка одной работы. Холст, масло, фаса, профиль Солженицына. Сначала берут отпечатки, а потом ставят кресты на пятки. Деревня Илькина, 2004 год. Не следи, Исаич, за прессой. На Руси талантов полно. Только время сейчас такое, на поверхности только говно. Я теперь прозябаю в деревне, не Лыково и не Вермонт. Вроде как продлевая здоровье, накопляя посмертный свой фонд. Мои мраморы словно Помпеи, а стихи мои мусор в шкафу. Мои мысли как клячи плетутся, у Газманова лучше в скаку. Не читайте вы умные книги, вас уводят они не туда. Бейте морду, отвешивай фиги, на Канары, зачем нам вам тайга? Не научат они вас как надо, девок трахать и делать бабло. Пусть в ГУЛАГе сидит Солженицын и читает свое же фуфло. Испеку в сковородке оладий, самогонки махну и икну. Это лучше, чем в суши палладий, ведь не в Лондоне вечно засну. Каждый путь сам себе выбирает. Хочешь семгу? Иди убивай. Будешь честным? Скитайся голодным. И не верь, не откроется рай.